Здравствуйте, это был Кони ТВ Санкт-Петербург. У нас здесь не бабье лето, именно поэтому мужчины работают, и я в кадре. Александр Сенин меня зовут. У нас в гостях сегодня группа Зигура Бэнд. Привет, ребята. Привет. Здрасте. Что будете петь, играть? Песня называется «Моя Маргаритка. Летняя любовная история». Бабья летняя любовная история здесь на Белкони ТВ от Зигура Бэнд. Слушаем. Депрессия от теленовостей, ложка дегтя в подарок от пасмурных будней. Этот город шумит, словно улей. Гонки в лабиринтах бетонных джунглей. Бородатый блюз составит мне компанию. Он влюбился в мою меланхолию. А я горжусь тем, что родился в России. Здесь, чтобы быть счастливым, нужно быть сильным. И знаешь, все не так уж плохо, когда я чувствую цветочный запах. Ты моя маргаритка, моего сердца ритм. Твоя улыбка, да, моя удача по жизни. Истина не в вине. Мы с портвейном проверяли на мне. И в этой неравной битве сделала мою волю крепкой, а сердце открытым. И знаешь, все не так уж плохо, когда я чувствую цветочный запах. Ты моя маргаритка, моего сердца ритм. Твоя улыбка, да, моя удача по жизни. Моего сердца ритм. Твоя улыбка, моя удача по жизни. Моя удача по жизни. Моя удача по жизни. Спасибо. Зигура Бэнд здесь, на Белкони ТВ Санкт-Петербург. И объясните, пожалуйста, Маргарита, это женское имя или это цветок? Это лирический образ, это женское имя. И что такое Зигура? Зигура — это моя фамилия, и, соответственно, теперь Зигура Бэнд — это моя группа. А каковы, Саша Боря. Каковы достижения Саши Бори и вас, Дмитрий? Мы много играем и пишем EP, и скоро будем снимать видеоклип. Ну что, играете вы неплохо, добро пожаловать к нам на балкон еще разок как-нибудь на следующий год. Подведем итоги вашей деятельности за год. Спасибо, что пришли. Спасибо. Это была группа Зигура Бэнд. Спасибо большое отелю «Три моста» за предоставленную площадку. Счастливо оставаться и пока-пока. Счастливо. Пока.